творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли представляет книгу Натальи Правдиной «Азбука успеха от А до Я». Читаю с 55-й страницы аффирмации из этой книги. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуди. Я программирую себя на богатство. Мой мир наполнен всеми возможными благами и богатствами Вселенной. Я очищаю свое сознание от психологии бедности. Я богата и счастлива. Я утверждаю свое право на богатство, процветание и изобилие во всех его проявлениях. Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное мироощущение. Я принимаю богатство. Я становлюсь богаче с каждым днем. Я сознательно и твердо выбираю для себя богатство. Я неотразимо привлекательна для богатства. Я получаю богатство от высших сил. Я позволяю себе принять богатство. Я выбираю богатство, изобилие и уверенность в своих силах. Я богата сейчас и всегда. Я с благодарностью принимаю все, что дает мне Вселенная. Я верю в то, что Вселенная щедра, изобильна и наполнена всевозможными благами.